Приветствую всех любителей баскетбола. Третий матч четвертьфинальной серии между Уралмашем и Зенитом. Пока что 2-0 в пользу коллектива из Санкт-Петербурга. В обороне Зенит действует великолепно. Карасев на ход. Райдон, какой яркий слэм-данк нам дарит. Не самую удобную передачу, все-таки без потери. Екатеринбург, Даглас, а вот здесь все-таки перехват совершает Зенит. Винс Хантер, Евростеп и красивейшее завершение в исполнении Хантера. Французский волшебник, он уже два сезона подряд лучший в лиге по ассистам за матч. Георгий Жбанов после роскошной передачи от Винса Хантера. Он чуть было не потерял мяч, нашел все-таки Нельсона. Джавонте Даглас колотит сверху. Александр Захаров и Антон Глазунов, такая пятерка у Уралмаша. Капитан, ой, какая слепая, вкусная передача на Нельсона. И очередной слэм-данк. Мимо-мимо, и все-таки мяч за хозяевами. Глазунов, ой, какая классная слепая передача на входившего Октавиуса Элиса, который реализовал энд-ван. Зубков, 8 уже у него очков за 7 минут на площадке. Вот Такер на вес на Тайрона Нельсона. Играют гости. Одновременно и Фрейзер, и Эртель на площадке. Два креативщика. Трент с отшага за метр до дуги заваливает. Теперь уже мини-спурт от гостей. Уитакер идет трехсекундную. И Винс Хантер заигрывают экс-игрока Руны. И тот делает неудачную передачу. Два в одного убегает Уралмаш. Уитакер перевесил Кайла Курича в воздухе. Через руку Уитакера бросал, не попал. Удачный отскок для Зенита прямо в руки Моргану. И Винс Хантер. Очередной слэм-данк. Пока не успевает вернуться. 5-4 бежит Уралмаш. И чистый перехват от Хантера. Затем какая красивая передача из-за спины. Еще одна из-за спины от Эртеля. 2+1 от Георгия Жбанова. Какой красивый баскетбол мы с вами смотрим. Действительно, то, за что мы любим данный вид спорта. Глазунов на Невилса, и тот на лидерство забивает. Можно играть. Большой палец вверх. Смотрим. 14 на владение. Ой-ой-ой-ой-ой. Не увидели мы там передачу, но Тайрел Нельсон забил сверху. Минус один для его команды. Сейчас он обороняется против Нельсона. Тайрел отчехлит Винс Хантер. Антон в трехсекундную, без пробежки, скидка дальше, Песклов, трехочковый на плюс 6 туда, Кирилл Песклов, человек с остальными нервами. Конечно же, публика в Екатеринбурге на ногах. Томас очень долго не остается с мячом, будет сам бросать через руку Невилса, нет, не забивает. Они сейчас нужны Зениту. Фрейзер на первом шаге выигрывает соперника. Зубков, трехочковый, первый промах за него, матч завершен. Уралмаш продлевает серию, забирает третий матч на своем паркете. Поздравляем команду Ростислава Бергуна.